4 и 5 июня более 100 участников из нескольких регионов России, а также команда Казахстана, соревновались на площадках стрелкового клуба «Охотничья заимка» за награды открытого кубка губернатора Омской области по стендовой стрельбе. Спортсмены состязались в дисциплине «Спортинг Компакт». В соревнованиях принял участие и первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник. Дай! Предложили поучаствовать, я с радостью согласился. Я вот впервые участвую за свою жизнь в соревнованиях по стендовой стрельбе. Но это достаточно интересно, это новый опыт. Свою любовь к оружию я развил в армии, потому что мы очень много стреляли. Я служил в воздушно-десантных войсках. У нас стрельбе отводилось достаточно много времени. Самое острое соперничество развернулось в группе А, где соревновались международники и мастера. И в категории Б между кандидатами в мастера и перворазрядниками. Серьезную конкуренцию россиянам составили спортсмены из Казахстана. Спасибо огромное за организацию. Такие турниры нужно проводить почаще. На самом деле это скрепляет наш дух. Сейчас вот в ближайшее будущее время мы часто будем приезжать не только в Омск, также в Новосибирск и другие города России. В результате в группе А победил омский стрелок Василий Зернов. Призовые награды завоевали спортсмены из Барнаула и Абакана. В дивизионе Б второе золото в актив сборной Омского региона принес Иван Шиманов. У нас есть уже мастера спорта, которые являются образом своего рода омской команды. Они стараются путешествовать также, тянуть за собой более молодых, неопытных стрелков. Но в стендовой стрельбе, особенно вот в наших дисциплинах спортинг, компакт-спортинг, тяжело говорить про фаворитов, потому что психологический настрой может изменить вообще все. Одна неудачная площадка из 8 может абсолютно поменять турнирную таблицу. Здесь не столько физические нагрузки и упражнения, сколько стойкость духа имеет большое значение. В командном состязании главный приз турнира выиграла омская дружина «Охотничья заимка-2» в составе Константина Бранта, Артема Авдошина и Василия Зернова.